створ. У немцев было 7 ударов. 4 раза мяч попал в створ. Симон из Бразилии. Атака. И вот теперь уже пришло время и Нойеру показать свое мастерство. Не входя в штрафную, делают передачу по центру. И великолепный удар слева. И та самая левая нога Месута Озила, о которой мы говорили, приносит успех сборной Германии. Но тут же ответы едва-едва. Сборную Гана, уж тем более, если сербы сумеют выиграть австралийцев. Но вот смотрите, какой же момент. И кто оказывается мяч в ворота сборной Сербии. Можете считать это сенсацией, но Австралия ведет положение команд в таблице группы D. И вот все.